Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Пока вы все на соломе спите, люди-то нормальные. Вон вы, посмотрите, блядь. А? Охуеть. Современников Цезарь, так же как и Дрог и Левина. Стремительно молю тебя выведи твари к рекам. Живые не должны быть снегом, а я не должен буду быть отпечатком протектора военных сапог. Пять углов, вот они зубы, система лети. Ой, фам, скинь бит. Пау-пау-пау, сторис возвращается, я теперь в очках иду, раздаю стиля. Пау-пау, Гарри Топор тоже в очках, смотри, братан, посмотри в мои сторис. Yeah. Ой, ты в очках, я в очках, а ты без очков. Чё, пацаны, сидим, ждем, пока казаха отсудят. Да. Просто да. Да. Вот за этим замечательным человеком мы стоим на площади, о, блядь, на площади, на фоне. Александр Сергеевич, Джон, что ты скажешь? У меня раньше были очень большие кучерявые волосы, а меня, блядь, как у Сергеевича меня... Пушкина. Это мой любимый поэтому... черный русский. Всем привет, ребята. Короче, сегодня мы сделали охуенный ивент. Короче, кроме меня. В общем, что я хочу до вас донести, ребята, всем пить. Всем пить как можно скорее. Да, я всем... Летай просто на небеса. Летай. Когда один, когда один раз я проснулся. Смотрите, и думал, что у меня нет больше. Это казахи наглаживают. Блин, у меня скейт с собой. Что? У меня скейт с собой. У тебя скейт с собой? Да. Пожалуйста. Ты сейчас снимаешь или что? Короче, сейчас к нам подошел чувак с вопросом, типа... Кто пизже, Оксимирон или Баста в батлах? Я считаю, что Баста разъебал бы его вообще на изи, просто дрожит душа от потерь. Верю я, ты тоже... Короче, лайфхак. Если тебе никто не дарит цветы, находи их. А, пиздец. Чего ты, блядь, ходишь, выебываешься? Пиздец. Пиздец. Чё, пацаны, 6 часов утра, ну, половина шестого, Невский проспект. Выходишь такой батлин с своим рейджем, такой, не против, да. Везем, фрешблат, светлое будущее. Да? Да, это батл. Так, пора грин, палмдропов. Тот, кого нельзя называть. Тот, кого нельзя называть. Пацаны. Короче, пятый батл был. Все охуенно. Джубили. Сон! А мне... Не снимали. Бать, я чё, дим... Господи, смоки его! Еее! Ты чё пугаешь? Ради смоки. За сегодня? Ладно. Когда рэп будет? Это, короче, фантазия бармена за моего бровера, братишку сектора, люблю тебя. Фантазия бармена, ты помнишь, о чем я? Я был в Москве, я заметил, что у вас просто бордюры. Здесь парень. Смешно. Он же реально на меня похож, Влад. Прямо сейчас.
Вот видишь, Маша, да? Без респекта просто. А может, ты давно работаешь? В Твиче чуть больше года. Мне кажется, у тебя интересная работа. Ну типа, блядь, ты прикинь, он, ну как у него. Всем привет, кто в Питере. Дорогие девушки, если вы хотите выпить с невероятным уникальным казахом и экзотическим фруктом Кирюхой, пишите в директ и что-нибудь придумаем. Нам скучно. Сережа блогер, блядь. Да, я теперь блогер. Контент. Контент. Тяжелый люкс. Ребят, я нашел телефон на улице, не знаю чей, помогите вернуть владельцу. Ребят, я тут встретил шутника на улице. Не знаю, не знаю, с какого он проекта. Помогите ему найти интересный проект на телеканале ТНТ. Итак, мы все еще в Петербурге. У нас здесь Гарри Топор, вторые сутки уже. Тирэпс. Ресторатор. Пау-пау-пау-пау-пау. Какая долгая история. Да-да. Ребят, в питерских дворах. DeLorean 2018. Сейчас полетим в будущее. Почему рэп не играет оттуда, я не пойму. Пау-пау-пау. Что происходит вообще? Отсудили фрешплат вот с этими вот. Это T-Raps, это PLC, это Санек, ресторатор. Самые лучшие судьи Эва. Вы увидите это. Скоро. Ты делал кавер на Дрейка? Вот это палево Андрейка. Докажи всем, что не всегда пьяный. Вообще редко. Камеру подальше от переговорочка. Не знаю никаких. Корабли лавировали, да не было веровали. Корабли лавировали, да не было веровали. Красавчики. А вы не верили, а? Сочетание, чем я с водярой, придумать просто невозможно, запомнить. Я, пожалуй, подтверждаю. Лишь бы в кадр влезть, мэн. А вашу маму и тут, и там показывают. Я сама к вам дошла, на лыжу. Судьи от богов, блядь. И ну с богом. Смотри, палмдропов, в принципе, здесь был гораздо пизже, я считаю. Но казах так-то тоже неплохо. Вот мне понравилось вот это вот, блядь, только что проклял твой рот. Это было классно, на самом деле, я считаю. Как ты думаешь? Бля, мне кажется, это был лучший батл казаха. Да, вообще за эво. Согласен. Блядь, я, наверное, победу казаху бы отдал. Бля, ну голосую, как, вытаскиваю карточку за команду казахов. Я тоже вытаскиваю карточку за команду казахов. Все, казах, однозначно все даже и...